Черноморская – одна из центральных улиц села Витязева. Часть ролетов уже закрылись в ожидании следующего сезона. Однако оставшиеся коммерсанты продолжают выставлять продукцию за границы своих точек с целью увеличить торговую площадь. Несмотря на то, что ассортимент товаров стал меньше, всевозможные вешалки и коробки с распродажами продолжают заползать на тротуары и газоны. Развешивая товар на столбы, прислоняя стойки к торговым местам, подпирая вешалки камнями, предприниматели превращают представление о торговле на курорте в стихийный базар. При этом понимают, что неправы, и при виде сотрудников администрации коммерсанты спешат собрать свои товары с дороги. Недобросовестным предпринимателям сделаны десятки предупреждений. Только за прошедший месяц составлено более 300 протоколов за нарушение правил торговли. Специалисты передают материалы на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. За повторное нарушение предприниматель заплатит штраф в разы больше.